Давай, 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 больше аплодисментов. Его братья Ник Третьяков Александр Александрович. Его вес 72 килограмма, 18 лет, также молодого бойцу на ринг. Второй боец у нас. Третьяков Александр Александрович. Давай, 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 аплодисментами поддержим второго бойца. Друзья, ну и давайте бурными аплодисментами рефери нашего Мищенко Владимира Владимировича поддержим. Ручку выше, Владимир Владимирович, ручку выше. Вот так, друзья, это наш рефери. Вот так, бойцы у нас в ринге. Ну что, друзья, готовы поддержать? Давайте вместе, бурными овациями для бойцов. Вот так. Давайте, давайте, бурными аплодисментами. Они готовы начать бой. Время готово. Времени нет. Давайте, друзья, аплодисментами. Давайте, давайте овациями. Друзья, напомню о том, что бой идет до болевого, либо принятия решения судьи. Раундов нет. Можно, можно, да, аплодисментами, друзья. Ребят, не расходимся. Давай, победитель. Ребят, не расходимся. Что скажешь? Отлично. Давай. Что скажешь, как первый бой? Отлично. Молодец. Еще парочку пойдет можно. Отлично, друзья. Итак, у нас есть победитель Верой. Давайте бурными аплодисментами. Я ее включил. Все нормально, Макс, сиди. Все отлично, там все работает.
Хочется, чтобы победитель у нас, который бы нам выиграл, футболочку тебе фирменную. Вот так у нас от наших организаторов. Иди к нам поближе. Вот такая фирменная футболка тебе достается. Поздравляем